Эри встречает прекрасную Мэдисон, Одри Архона. Ее влечет к нему, но он не может раскрыть свою настоящую личность. Он перевоплощается в киллера, и искры летят. Их роман вносит смуту и накаляется до опасного уровня. Сможет ли Гэри поддерживать свое под прикрытием? Станет ли его лживая личность показывать его истинное лицо? Смотрите «Хитмен» в кинотеатрах с 24 мая 2024 года или на Netflix.